Happy birthday. Happy birthday to you. У вас гости в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Что вы так скучно сидите-то? Как нечему? Что это нечему? Вот, пожалуйста, вам. Прикольно. Прочитайте. Зефир. Вы, наверное, привыкли к бобруйскому зефиру, а я вам привез российский зефир. А я никому не отдам это, понятно? Как никому? Никому. Это уже ваше дело. В общем, мы для Наташи сделали сюрприз, и я пришел поздравить с днем рождения. Сегодня? Алихо. Правда, что? День рождения? Поэтому да. Давайте праздника. Похлопаем. Праздник рождения, сделаем, Наташа! Всем городом. Спасибо. Такой праздник, нужно радоваться. Так еще 10 дней. Как что? А вы сидите и... 7 утра, тяжело радоваться. Я тоже понимаю, что 7 утра можно только делать вид, что радуюсь. Но я был рад, что я встал сегодня в 5 утра. Я был правда этому рад? Почему? Потому что в 5 утра я не каждый день просыпаюсь. А, и день длинный будет. И день длинный, да. Мы просто не совсем понимаем... Что я здесь делаю? Да просто так пришел зефир подарить. Класс. Да. Сейчас будем есть торт. Паша, что ты снимаешься-то? Собственно говоря, вам, а вы что хотите, то и делаете. Сейчас новости пройдут. Радиостанция «Зефир». Значит, вы, наверное, не часто кушаете такой зефир. Вот я решил вас угостить. Подожди. Это не красный пищевик, поэтому вы не ищите там никаких. Я не могу это сейчас в сторис не запилить, Руслан. Можно? Пожалуйста. Там секретных паролей нет. Достаточно. Паша, просто. Короче, я вообще не понимаю, что происходит. Обычно я, если что, кричу, а что? Что на меня все так смотрите? Нет, мы просто ждем. Мы ждем сейчас новости. Мы ждем сейчас вот ваши эмоции какой-нибудь. Какой-нибудь? Конечно.